Нет, надо все-таки посоветовать тебя, чтобы так опасаться. Советуйся, советуйся, тебе еще таблеток выпишут. Горсть. Вдруг там побочные явления какие-нибудь. Нет, побочек здесь нет, только дети до 18 лет, кормление грудью и беременность. Вот она вас не бесит, меня она бесит вот этим молчанием. Что, вообще не о чем поговорить, что Нет, ли? нет, надо посоветоваться. Надо посоветоваться, надо посоветоваться. Я могу предложить вам начать с 3 упаковок на пробу, чтобы попробовали. 7490 рублей будет оплата у вас при получении. Потом, когда увидите хороший результат, потом закажете. Подходит вам такой вариант? Нет, я все-таки должна посоветоваться. Это как-то так неожиданно. Конкретно над чем вы хотите посоветоваться? Ну, можно ли к такому средству обратиться? Если бы у него были побочные какие-то действия, как вы говорите, 10 лет мы не проработали бы. Все клиенты остаются довольны. Я даже ни разу не слышала такого. Угу, поняла вас. Я, короче, пошла обедать и пошли. Я ее скинула, короче. Она мне мозги делает, я хочу кушать, а не вот с этой идиоткой общаться. Реально, просто идиотка, которой надо посоветоваться. У тебя мозгов нету самой, да, поэтому не будет она ни с кем советоваться. Это вранье абсолютное, чистой воды вранье. А я решила пообедать, настроение себе поднять. Кстати, посмотрим интервью. Вот такие вопросы для тех, кто тоже попал в какие-то такие абьюзивные, насколько я понял. Мы сейчас будем разбираться в отношениях. Давайте для начала объясним, кто такой Ярослав Андреев, потому что не вся моя аудитория может знать Ярослав Андреев, да, с кем, собственно, 6 лет встречалась Ира Блан. Ярослав Андреев — это продюсер того же самого TikTok-хауса Dream Team. Собственно, он выдвинул и сделал суперзвездой Даню Милохина, да? Именно за это он получил премию GQ 2021 года. И где этот Даня Милохин года. Сейчас? И также он директор Wild Jam. Создатель, директор, да. Да, там у нас кто? Николай Соболев подписан, Гусейн Гасанов, Карина Кросс, Дима Масленников. И Дима Масленников с Ярославом Андреевым вот именно были у меня на канале «Питер любит выпить» несколько лет назад. Вот, и мы тоже будем к этому разговору возвращаться, потому что я, конечно, помню этот разговор, я его еще раз пересмотрел, и я хотел бы с тобой тоже обсудить, потому что там были довольно-таки яркие ред флаги, знаешь? Да? Да-да-да, мы об этом поговорим. Еще вы знаете все как эльф-торговец, ну и бывший твой молодой человек. Муж. Но ведь он не был твоим мужем. Да, мы не были расписаны, да, но мы ходили, то есть, когда менялись кольцом, грубо говоря, когда он мне подарил кольцо, мы стали называть друг друга мужем и женой. И, то есть мы как бы в статусе мужа и жены жили 4 года. Ты с гражданским браком. Получается, да. Ладно, прежде чем начинать, не забываем, что шоу... Сожители, не гражданские, но сожители. Называется «Петь любит выпить», естественно. Есть что? Спросил Иру, что она пьет, Ира пьет. Лично я против такого. Либо ты женишься, либо ты идешь на красные флаги собирать помидоры на снегу. Красное вино. Мы находимся в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Я подготовил Зинфандель, самый известный сорт здесь вина. Ну, это же... Ну, что это за звук прекрасный? Я что это такое? А, и Зинфандель я должен показать. Вино попивает. Если кто-то что-то вдруг... Вы знаете, теперь мой любимый Зинфандель, где его искать. Если у вас продается, соответственно, можете пробивать Ancient Wines. Супер. Прямо тоже мне настроение, жратва повышает.